«Болгарский дух Самарской улицы». Какие эксперименты ставили строители на фундаментах наших жилых домов? Почему новоселы благодарили за сырые стены и глубокие лужи? Как кинотеатр «Шипку» передвинули на 20 метров? Неизвестные факты истории в интервью первого строителя улицы Старозагора, генерального директора строительно-монтажного треста номер 11 Виталия Симонова. Смотрите на телеканале «Самара ГИС» 31 марта в 20:30.